коллеги, опять вводится в заблуждение Верховный Совет. Вот по-русски еще раз объясняю, кто, Владимир Николаевич уже сказал, кто за данный проект постановления голосует за? Этот проект постановления аннулирует прошлое решение. Я правильно понимаю? Кто-то его снимает, что ли? Запутались депутаты в том, за что голосовать. Внутренние интриги в Верховном Совете зреют давно. После смены власти и депутатов Штыгашев и Шпигальских перестраховались. Протолкнули поправки во внутренний регламент. По ним снять главу Верховного Совета можно только через суд за нарушение или за неисполнение обязанностей. А депутаты от либерал-демократов придумали еще раз перекроить регламент, чтобы руководителя и его первого зама можно было менять на любой сессии. Проект не прошел. И не все депутаты это сразу осознали. Их отклонили, не приняли. Так что вы приняли, в конце концов? Надо лучше договариваться, заранее вам договариваться. Я вам рекомендую заговор заранее готовить, заранее.